into myself. What a wonderful world. What a wonderful world. Привет, ребята! Ну что, будем сегодня вместе со мной кулинарить? Думала, что мне вам показать, что мне приготовить, но приходится показывать вынужденное видео и решила вместе с вами спасать вот эти грибы, которые у меня залежались в холодильнике и срочно надо что-то с ними делать, при этом не хочется калорийного, не хочется очень тяжелой пищи, а фигуру надо блюсти, поэтому будем вместе со мной готовить шампиньоны. Давайте начнем. Если вам будут слышны посторонние шумы, у меня соседи делают балкон, поэтому сверлят, стучат и тому подобное. Ну что, так, как я вам говорила, вот эти грибы будем спасать. Для этого мне надо вот таким способом, сейчас я посмотрю, видно вам, сюда немножко положу, вот таким способом убрать середину, удалить плодоножку полностью, вот так, каждый грибочек. Это очень легко, грибы, кстати, я помыла уже и высушила при помощи полотенца, чтобы не повредить. Хорошенечко так очищаем. Ну вот и все, все грибочки удалена, у всех грибочек удалена плодоножка. Ну вот и все. Это не выбрасываем, что-нибудь еще из него сделаем, можно их обжарить, вот эти плодоножки, будет вкусно. Так, отставляем в сторонку. Далее будем смешивать такой вот железной миске творог. Так, далее мне надо разбить яйцо, отделим желток от белка вот таким способом, видно вам, вот таким способом обычным. Бабушкиным я отделяю способом. В творожочек мне нужен только белок. Вот, а желток я отправлю в холодильник. Так, сюда обязательно добавим перец по вкусу. Так, и обязательно добавлю щепотку соли, не очень много, потому что я соль не люблю. Далее выдавлю чеснок. Тоже не очень много чеснока, потому что не люблю, когда перебивает вкус. И обязательно все это перемешаю. Так вот хорошенечко. После того, как мы перемешали творог, перец и соль, обязательно сюда добавим зелень. Для этого я беру досточку, беру ножик и у меня будет укроп.
Добавляете по вкусу, как вы желаете. Там везде этот укроп разбросала. Вот нарезаю. Можно не очень мелко, можно мелко укропчик. Петрушку, какую захотите, зелень такую и добавляете. Вот я добавлю укроп. И тоже перемешаем. Вот так вот. Так, все. Теперь мы вот эту массу вкладываем в грибочек. Таким вот образом. И так делаем со всеми грибочками, которые у нас только это оставшаяся масса, она мне не испортится, я испеку для мужа пару наличников. Он любит, ему сладкое нельзя, поэтому получится как-то так. Итак, вот наши фаршированные грибочки. Сейчас мы их отправим в сковородку. Вот такая вот у меня круглая сковорода для запекания. Сюда я и в эту сковороду кладу пергамент. И выкладываю грибы. Так, по кругу выкладываем. Плотненько. Ну, вот эту масенечку сюда. Так, выложили грибочки. Но это еще не все. Здесь можно сверху еще посолить, поперчить, как вы хотите. Все, что вы хотите. Но я сверху добавлю еще сыр. Вот он натертый у меня, это российский молодой такой сыр, натертый крупно, и вот на каждую вот эту шляпку, вот так вот прижимая, я выложу сыр. Не жалея таким большим количеством. Так, нам не хватило сыра, надо еще добавить. Сейчас я еще потерла сыра, потому что не хватило, и добавляю его на гриб. Так, знаете, не жалея. Можно еще добавить на каждый грибочек, вот такой продается сыр у нас от фирмы Bonfetts, там моцарелла, у меня тут один шарик. Есть 12 шариков, то есть каждый шарик сверху можно будет положить. Вот. Ну, я такой твердый сыр. Какой хотите, любой там, пармезан, что угодно, твердый сыр. Теперь вот эту вот всю красоту отправляю в духовку на 20-25 минут при температуре 180-190 градусов. Ну все, прошло 20 минут, и я достаю из духовки вот такие красивые грибочки.
такие красивые грибочки получаются у нас. Можно их посыпать еще сверху зеленушечкой, если вы хотите как-то там их украсить, что вы захотите, можете там делать все что угодно. Поет, играет музыка Мария Бьонди. Так нравится? Это итальянский певец. Потрясающий. Голос такой мужественный. Так, грибочки пока здесь стоят, а я тем временем быстренько накромсаю себе салат. Салат, лук, обычный наш белорусский салат, редиска, редис, нельзя говорить редиска, да? Так, редис, огурец, лук, укроп и сметана. Все, ничего не будем сверхъестественно там чего-то делать. Вот, нарезаю лук, нарезаю лук. Если вы не любите лук, можете не добавлять. Я обожаю лук, укроп. Я всю эту зеленушку просто большими количествами готова есть. Все. Так. Сюда отправляю большую миску, чтобы там было мне удобно все размешивать. Так, немножко. Добавлю укропчика еще. Ой, как я люблю лето из-за вот этой всей зеленушки, которую можно есть. Конечно, и зимой мы ели, но летом, когда на своей даче папа вырастил. Красота. Так, далее я возьму еще немножечко соли. Очень мало соли, потому что из этой соли целлюлит попрет. Так, жмякаю, чтобы пустил сок лук. Все это вот так вот выжмякиваю рукой. Думаю, помоем. Страшно. Так. Далее. Здесь уже пойдет такая симфония быстрая. Огуречная, огурчик, можно сюда помидорчик, что хотите, у меня просто помидора нет. Ой, какой аромат, ребята, слюни как у бульдога. И редис. Нарезаем, это будет прекрасный, прекрасный обед. Так, далее я беру сметану Савушкин продукт Брест Литовск. Вообще потрясающая сметана, мне нравится. 15% жира, 10 я брала их, но это вообще никакая сметана. Так. Перемешиваем хорошенько. Такой обычный салат. И выкладываю тарелочку. Сейчас пойду все уплетать за обе щеки. Включу любимого блогера. И буду вместе с ним наслаждаться временем. Итак, давайте я вам покажу, что собой представляет вот это блюдо. Вот такое. What a wonderful world.